Привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофе, Фреш и Дефай. И сегодня у нас будет потный жесткий скилл-тест на BMX в GTA 5 онлайн. Чё, клубрум? Да, сюда куда ехать? Как бы я тут перед стеночкой, как бы, и чё, и куда? Давненько у нас, на самом деле, не было скилл-тестов на велосипедах. Мы решили это дело, так сказать, исправить. Вот, поэтому сегодня мы будем потеть по полной... Это где? А, я упал сразу. В смысле, а куда? А где я оказался? Я не понял, пацаны, это так и должно быть, типа... Отжимаем капсул. Короче, мы изначально все оказались внизу, хотя были... Должны были оказаться именно здесь. Внизу? Я наверху остался. В смысле, а я внизу был? Я уже третий или четвертый чекпоинт беру. Да, серьезно? Давай, вот так, хорошо. Вообще-то как бы, алло, я вообще-то не умею. Так, теперь вот сюда. Блин, я забыл, насколько это тяжело проходить скилл-тест на велосипедах, потому что если начинаются вот такие вот элементы, то здесь нужна такая аккуратная, здесь нужно так это все. Ты как ты меня назвал, слышишь? Ты как ты... А, вот так вот, значит, да? Олег, понимаешь, что тебе говорили, Чёфи, ты дома. Да, было дело. Олег, было приятно? Андрюшенька, а тебе говорили кукареку, понимаешь, вот это все, да? Нет, мне говорили, он... Ну, он сам это говорил. Не-не-не, смотри, есть петушок, смотри, петушок. Так. И там это, петушок хайопатский. Да, это я помню. Вот так, хорошо. Ну нет, не надо задом проходить. Вы чего, издеваетесь, что ли, а? Потому что передом падаешь. Можно так, передом Сережа, пройти, а ну-ка свалите от меня, пожалуйста. То есть, подожди, стой. Передом нормально ты типа падаешь или что? Ну да, там буст. А, ну все, я понял. Ну, то есть, да, вот из-за этого и приходится проходить все это задом. Ясно, я понял. Тихо. Я же сзади вас, я вообще догоню. А, вот, я вижу, да, этот буст, понятно. Так, проходится нормально. Так, тихо. Короче, я пролечу просто. Я понял, как ты ходишь. Ты хочешь подпрыгнуть на бустере, получается, да, и тебя потом это... Ну, это, кстати, гениально, в принципе. Я надеюсь, у тебя получится это сделать, ну а я пока прохожу вот так вот задницей. А что ты делаешь, Максим? Ты себе мешаешь. И вроде получается. Так, давай, еще немножко. Блин, тут капец длинная эта полоса, вы что, издеваетесь, что ли, а? Еще совсем чуть-чуть, давай. Давай, финишная прямая, давай, осталось немножечко, давай. Сейчас самое главное не зафейлить, будет очень будет обидно, если... Вот, давай, и... Все, пацаны, я прошел этот чекпоинт, я прошел эту тропу. Так, а что у нас дальше? Ну все, все в сборе, можем ехать дальше. Так, пацаны, продолжаем. Я еще пока не выяснил, что у нас тут нужно делать, но что-то мне подсказывает. Вот оно что. И теперь залетаем дальше вот на, получается, на вот эту платформу. Хорошо. Ну, что такое? Так, все, вижу следующий чекпоинт. Где вообще? Подожди, я пока просто катаюсь, я не понимаю. Где скилл-тест, я не понимаю. Где что-то потное? Скажите, а сколько чекпоинтов? 43 чекпоинта! Чего? Мы это, мне кажется, будем очень долго проходить. Ладно, хорошо. Да что, я не могу залететь. О, полетели. О, вот этого я ждал. Вот этого я очень-очень ждал. Пацаны, там дальше будет глайд. И походу лететь очень... Не сбрасывай скорость. Не сбрасывай скорость. Так, а где? Подожди, мне кажется, что где-то в аэропорту, скорее всего, да? Я не умею. Блин, а что я так медленно лечу? Ну давай ускоряйся ты как-нибудь. Я понял. Хорошо, а я, по-моему, вижу чекпоинт. Нет, это или это не он. Где чекпоинт? Подожди, стой. Наверху внизу. Знаете, медленно, но зато уверенно летим, как бы к чекпоинту, как бы, да, вот. Не торопимся никуда, как я понимаю, мы сегодня, да. Сейчас я самое главное не упасть, не падай. Я вообще не понимаю, как. Нет. Ну, я лечу на глайде, я лечу. Тихо. Только не пальма! Ай, ну елки-палки, томаток. Так, что, вижу мишень. Все, прямо в мишень. Давай. И плавненькое приземление, и вуаля! Так, плавненькое, пацаны, приземление на конус, Олег. Ну, на конус, да, приземление? Ну, почти на конус. Так, дальше куда нам нужно? А там в это здание аэропорт само едешь, там старая текстура. Так, а что стоим? Что стоим? Серёж, это что за магия? Что за магия такая? Поехали, давай. Вот так вот. Так, можно немного ускориться, в принципе, вот. Вот это другой, не-не-не-не-не-не-не. Ой, хорошо. Я там в конце немного запаниковал, но да ладно. Так, подбираем. Сейчас подъем наверх будет, нихера себе. Вот тут. Так, там, наверное, глайд сейчас прям будет. Прям дверь не жать? Я даже не знал, что сюда можно пройти. Да, нормально. Там глайд.
Так, окей. Нам прям в эту комнату или здесь направо? А, все, хорошо, я понял. Чё-то как-то я в этом здании вообще реально как будто в первый раз нахожусь, серьезно. Или подожди, или я здесь был? Все, я понял, где мы были, все. Так, и дальше куда? А, это не на Мейзбанк. А, ускорялки тут стоят не зря, как я понимаю, да? То есть, хорошо. Ух, нифига себе, там подъем нормальный такой. Это на Мейзбанк не загладил, сука. Я понял, там и ускорялки, елки-палки, это ж как нам сейчас разгоняться-то надо. Ох, сейчас будет просто какой-то космический разгон. Я вам отвечаю, сейчас просто улетим на Луну. Итак, уху! Полетели! Так, а где? На Мейзбанк или нет? Нет. Серьезно? Где-то в Сэнди Шорс. В смысле, туда лететь, что ли, прямо? Ясно. Подожди, я на секундочку уточню. Сэнди Шорс — это там, где аэропорт Тревора, по-моему, да? Серьезно, туда лететь? Так это сложно. Не, ну это понятно, что это не сложно, просто это долго. Ладно, окей, летим в Сэнди Шорс, летим в аэропорт Тревора. Олег, далеко от тебя? Я еду по этим полосам. Ну, слушай, я лечу вот сейчас напротив Мейзбанка. Ни хрена себе здесь. Так, все, пролетаем в Вайнвуд. Отлично, отлично. Вот, Олег, я Вайнвуд вижу. В смысле, ты меня что-то гоняешь, что ли, Андрей? Как ты это делаешь? Тихо. Так, Глайд, не сбивайся. Так, вижу чуть-чуть направо, надо повернуть. Упал, не взяв чекпоинт. Так, я надеюсь, подожди, стой, я вижу какой-то дирижабль. Это не то, что мне нужно? Нет, походу не то. Нет. Так, окей. Да сука, колеса, куда я вообще их... так далеко-то летим-то, а? Не, ну это капец, конечно, ребят. Я дирижабль к такому сегодня не был готов, реально. Понимаете, мы сколько скилл-теста на велосипедах не проходили, и тут спустя долгий период вот такой запускается. Это ж трандец какой-то. Но вроде справляемся, вроде идем нормально. Подожди, у меня как будто скорость заканчивается. Нет, я под буёк упал. Ой, Андрюха, тебе сейчас с самого начала. Сейчас самое главное, чтобы я не накаркал. Я под буёк упал. Да, Олег, ты тоже с самого начала будешь проходить. Не-н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 е. Я на это надеюсь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо прямо туда упасть. Не в буёк. Ты что там? Там нормально, здорово, дурака. Я в последний момент перенаправил, попал. Ой, найс! Просто в последнюю секунду все зарешалось у меня. То же самое. Так, ну я чекпоинт подобрал. Пацаны, с первого раза осилил этот глайд. Понимаете, как бы, да? Как бы мастерство, скилл, как вы понимаете, да, что он присутствует как-никак. Так, здесь разгончик, как я понимаю. Да какого, в смысле, ты что меня скинул, а? Вот я вот эти шины терпеть не могу, они постоянно как-то себя непонятно ведут. Да, они багованные. Они как-то все время как-то очень... Тут опять буст. Да куда ты прыгнул? Да там медленно можно проехать на покрышках, очень медленно едьте и все. Так, то есть если медленно, вот так вот, вот так вот. Я просто боюсь, что в любой момент у меня забагуется это вело. Хотя пошел, поехал, отлично. Так, вот здесь уже можно брать разгончика. Так, на крышу здания взлетаем. Алский так, разгон, ну все, я прошел эти шины. Теперь дальше куда нужно ехать? Так, там я видел какой-то спуск снизу, наверное, туда, скорее всего, да? Ну, так, а здесь какой-то трамплин, погоди, стой, но я видел спуск. На карты посмотри. Подожди, здесь надо, скорее всего, Олег, вот ты, значит, как делаешь, да? Ну, молодец, молодец. Тихо. Вот так вот спускаемся. Ну ладно, понаблюдай там за лоу-скиллным лежаком. Чего? Там, в чем помочь опять? Так, да ничего, помогать не надо, все проходит нормально. Олег, тебе надо помогать, Олег. Ну тут буст, сразу тормоз жми. Я ж тебе тормоз жми. А как? Подожди, как я тебя там приторможу? Подожди. Я сразу. Смотри. А что со мной такое? Отпустите! Это что было такое? Смотри. Да. Остановись. Давай, вот, остановился. Один раз W нажал перед бустом и сразу пробел. Ой, не пробел, а S жмешь. Все, окей, я понял. То есть мне нужно остановиться перед бустом. Сейчас вот так вот. Перед бустом один раз W и потом S, чтобы на тормозе быть. Все, вот, W нажал. Тормоз сразу прожимай. Ну, я понял. Стоял, да, я просто кривенько подстроил. Сейчас я... Так, господи, да отпусти ты меня! Перед пустом... Что? Это нормально! Это... Почему я стою на месте, и он просто крутит педали? Андрей, помоги мне! Что мне нужно? О, поехал. А что это было такое, я не понимаю? Ты колеса прокололи. А кто? Зачем? Так, это ладно. Я прокололся за точку. Сразу. А, не понял. Даже если когда медленно, да, очень едешь, зря. О, нормально. Нормально, я походу прям идеально выстрелился. Да куда ты, да стой ты.
Так, вот так вот. Во, хорошо, 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 хорошо. Отлично! Просто перфекто, просто идеально. Лучше не бывает. Yes. Так, это что у нас за домик здесь такой? Нормально вообще, да? Нормально, автор карты просто дом отстроил, да? Дайте проник, даже подвиньтесь, вы что делаете, да? Так, окей, едем. Слушай, я, наверное, заспавню как бы себе новый велосипед, а то у меня шины прокололись, как бы, я не знаю почему. Ничего не прокололось. Так, в смысле, у меня все снято вообще. Ты едешь по гравийке, а тут стекла там, алкаши, знаешь? Да, 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 да. Лето, пикничок. Так, все, вот этот глаз, значит, да? То есть вот прямо отсюда, господи, что опять этот разгон космический какой-то. Тут на Мейсбанк. Все, я понял, летим прямо на Мейсбанк. Жалко, тут нельзя поставить автопилот какой-нибудь, чтобы у меня... Где я? Биндер. Пока. Ты куда полетел? А что со мной... Да, где я? А что, опять у меня как-то камера на секунду как-то непонятно куда повернулась и что-то это... Ты летишь, братан? Братан, давай, лети. Ты ну все, тут... Не, нормально, сейчас вырулю. Во, летим прямо по курсу на Мейсбанк, отлично. И то есть на Мейсбанке там уже будет финиш, да? Ты так криво-то летаешь, да, ты можешь того... прямо и ровно выстрелить, чтобы прямо летел? Вот. Все, а то налево, все. Направо, вверх, да, вниз. Да, нормально. Лечу, хорошо. Блин, у нас как-то скиллтет. Господи, да хватит. Это вижу Мейсбанк. Ну, у меня персонаж пьяный какой-то, я не понимаю. Реально, на глайде только что видел. Андрей обогнал, походу. В смысле, где? Справа подлетел. Чего, Андрей, ты куда там? Я не понял. А что, я Олега сделал? Не-не-не-не-не-не-не. Это что тут самолет там летит? Это вообще... Это нормально вообще? Так. Андрей, финишируй. Давай, прямо на чекпоинт. Давай, держим курс прямо на Мейсбанк. Ну и все, вот так упало, все. Давай, Андрюх, то получилось, нет? Да, получилось. Так. Лети сюда, Олежек. Так. Давай. Вон тебя ждет, Андрюш. Давай. Опа, я сейчас финиширую. Нет! Ты серьезно? Андрей финиширует, он тебя обогнал. Так, просто настолько близко был к чекпоинту, сейчас снова весь этот маршрут, блин, лететь. Почему у Глайда до сих пор нету автопилота? 21 век, как-никак. Есть он, если ты нормально разгонишь скорость и будешь прямо держать руль. Так, а я не понял, это что за звуки там рядом со мной? Самолет. Подожди, смысл самолет, погоди, там кто-то летит, что ли, или что? Серег, ты нормально вообще? Я как бы тут глайдом занимаюсь, понимаешь? Так, тихо. Надеюсь, не, тебя он собьет. Нет, Олег, нет, пожалуйста. Это нормально, то, что я лечу на вел... Да, погоди, без паники, пацаны, у меня все под контролем, понимаете? Под контролем. В смысле, вот, я спокойно поднимаю. Понимаете, я на велосипеде лечу, вот парадокс, да? Я на велосипеде лечу с такой же скоростью, как и самолет летит, даже обгоняю вот сейчас. Вот как это... Надо сейчас резко вниз и вверх поднять, чтобы... Не, смотри, он не хватит, вот, нормально. Вот, все, окей, пацаны. Бейте его, пожалуйста, Серёга, бей его, пожалуйста. Не, вот я прямо чётенько в чекпоинт, вот так вот. Вот, синий шейр, да, вот такие вот дела. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний ролик подошел к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Сегодня был реально очень клёвый и классный скилл-тест, был очень крутой. Мне понравилось, надеюсь, что и вам. С вами сегодня были, как всегда, Кофи Фреш и Дефай. Не забывайте подписываться на все наши каналы, все ссылочки в описании. И не забывайте ставить прям такие царские лайкусики. Вот, на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока-пока.